Добрый день, уважаемые читатели! Алексинская библиотечная система имени князя Львова присоединяется к международной акции «Читаем детям о войне». Сегодня я хочу вспомнить книгу Валерия Воскобойникова «900 дней мужества». И вашему вниманию я предлагаю рассказ «Первый час войны». В воскресенье 22 июня 1941 года Иван Семенович Пахомов пришел вместе с сыном Алешей и дочкой Дашей в зоосад. Они стояли в очереди на карусели и ели мороженое. И вдруг по радио объявили, что началась война. Фашистская Германия напала на нашу страну. Разошлась очередь к каруселям, стояли они пустые. И от клеток с обезьянами люди ушли, и от слонихи. Все заторопились к выходу. Людей на улицах стало много. Вышла из кинотеатра большая толпа. Разве до кино сейчас? Лица у всех серьезные, строгие. С этой минуты изменилась жизнь советских людей. Прежние дни стали называть «до войны». Новые дни обещали трудности и горе. Иван Семенович отвез детей домой, а сам заспешил в военкомат записываться на войну добровольцем. По всей стране в этот час мужчины собирались у военкоматов, стремились пойти на фронт. «Спокойно, товарищи», — говорил громко военный той очереди, где стоял Иван Семенович. «На фронт пойдут те, кто получит повестки. На заводах тоже много работы». Спасибо за внимание. Всего доброго.